сегодня мы идем в свое путешествие из города Барчес, который находится в горах. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Офис, но оказалось, он был закрыт, и здесь имеется информационное табло на интерактивной доске. Сейчас мы посмотрим, что происходит в городе. Итак, чтобы нам посмотреть, давайте выберем Point of Interest. Lake of Barches. Озеро Барчес. I have to come here for a surf. Мы обнаружили вот такой вот стендбук кроссинг, который, кстати, находится около отделения почты. И я выбрала себе одну книжечку почитать, потренировать свой итальянский. И придется сюда вернуться летом, чтобы вернуть ее обратно. Это совсем небольшой город с особенной архитектурой и, конечно, природой. Чтобы доехать сюда, вы можете приехать как на автобусе, так и на машине. Но если вы едете на машине, обратите внимание, что зимой вам необходимы специальные зимние шины, что, кстати, у нас в России распространено, а в Италии не очень. Итак, мы сейчас прогуляемся вокруг озера и покажем вам еще несколько кадров отсюда. Здесь снова мосту. Посмотрите, какая красота. Ну и, конечно, если вы посещаете Барчес весной или летом, то вы можете найти специальные зоны отдыха, чтобы сделать барбекю, или как это называют итальянцы, грильято. А сейчас мы возвращаемся в город и берем вас с вами посмотреть на эти маленькие улочки города Барчес. Потрясающий цвет, посмотрите. Кстати, как мне сказали, летом здесь можно купаться. Так что, да, обязательно приедем и книжечку вернуть и искупаться в озере города Барчес. Вот, чуть не наступило на такое прекрасное створение, которое сумело выжить в зиму. Итак, ребят, мы завершаем нашу прогулку по городу Барчес. Пожалуйста, оставьте ваши комментарии, дайте нам знать, если вам понравилось это видео и какие видео вы бы хотели видеть в дальнейшем. Всем пока и до новых встреч!